Первая леди Франции родила девочку. По сообщениям французских СМИ, малышка появилась на свет около 8 часов вечера по местному времени в Париже. Ранее в тот же день президент Саркози посетил жену перед своей поездкой в Германию, где у него предстояла встреча с канцлером страны Ангелой Меркель и другими официальными лицами Евросоюза. Уже поздно вечером в среду президент вернулся во Францию после переговоров по поводу преодоления долгового кризиса еврозоны. У Саркози уже есть 3 ребенка от 2 предыдущих браков, а у уроженки Италии и бывшей модели Бруни есть сын от прошлых отношений. Дочь Саркози и Бруни стала первым в истории страны ребенком, родившимся в семье действующего президента.